Прыжки с парашютом осуществляются с 15 лет. Это молодежь приходит к нам, совершает три прыжка. Это так называемый контингент парашютисты начального обучения. И затем молодые люди принимают решение. Если это им понравилось, они продолжают заниматься уже конкретно парашютным спортом. Прыжки в тандеме – это не спортивные прыжки. Они осуществляются для любителей неба, для тех, кто хочет экстрима. Совершить прыжок, если, конечно, позволят погодные условия. Подготовка у нас проходит прямо на аэродроме. Здесь, вы видите, у нас есть все необходимые тренажеры для этого. Подготовка занимает примерно час-два. Прыгнуть может любой желающий. Важно просто выбрать, как вы будете прыгать. Вы хотите совершить самостоятельный прыжок, вы хотите совершить прыжок с инструктором. У нас техника позволяет совершать прыжки почти в любую погоду, а наши инструктора подготовят вас на любые случаи жизни. Но те, кто остался, они болеют небом. Это великолепно. Это вообще прийти в аэроклуб было очень спонтанным решением. Я приехал вечером домой и просто поставил мать перед фактом. Я записался прыгать с парашютом. Звучит команда «Приготовиться в самолете». Я подхожу к двери, все, у меня пропадает весь страх, у меня включается голова, я отделяюсь от самолета и все отлично делаю. Парашютист не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но прыгает. Приглашаем вас на аэродром Витебского аэроклуба ДСАФ Куковячина. Оно называется «Историческое место», что безопасность гарантирована. Парашют первоначального обучения открывается самостоятельно. Ну а в тандеме с мастером-парашютистом все сделает за вас. Возвращение на землю. Спасибо. Ну, для первого раза это реально круто. Я в восторге. Ну что, первое, когда он тебе говорит, вставай, то все, ты, давай, вставай. Стоишь, открывается дверь, вот он люк, и говоришь, пошел. И ты делаешь шаг, тебе не страшно. А потом ты просто падаешь, проваливаешься, думаешь, опа-на, вот адреналинчик. И потом раз, открывается. И вот это реально самое крутое ощущение. Еще раз. Летчик, оператор, блогер. И жена парашютиста. И я осуществила сегодня самую давнешнюю свою мечту. Я летала в кабине с пилотом. А десантники как выходили? Круто. Вообще все запротоколировала, потом все покажу.